10 апреля 1956 года родители Находки отдали своих чад в первые детские ясли на 100 мест. Портовый город рос, развивался, прирастал населением, и на свет появлялись новые маленькие жители. Детей принимали с 2 месяцев. Столько в те годы женщины Советского Союза находились в декрете. 11 апреля 1860 года с транспорта японец для заготовки каменного угля и выбора места для лагеря высадился лейтенант Павел Назимов и 2 десятка матросов. В заливе Пассиета был заложен первый военный пост «Новгородский». Апреля 1923 года в здании Пушкинского театра во Владивостоке заработала школа по ликвидации безграмотности. Срок обучения составлял до 7-8 месяцев. У учеников была льгота, в день они работали на 2 часа меньше, чем остальные.